Национальная технологическая олимпиада «Джуниор» запустила открытый конкурс концепции соревновательных направлений НТО «Джуниор-2022». Он пройдет по двум направлениям. Технологии и роботы — это инженерные задачи в области конструирования и управления робототехническими системами. И технологии и материалы — это инженерные задачи, для решения которых пригодятся знания основ биологии и химии. Также в конкурсе открыта номинация «Новая сфера», в рамках которой можно предложить концепцию соревнования, по направлению которого еще нет в НТО «Джуниор». В конкурсе могут участвовать команды с опытом разработки и проведения инженерных соревнований для школьников. Подать заявку можно до 15 июня. Итоги подведут 1 июля. Победители будут курировать свое направление. Остальные соревнования Олимпиады будут проводить лидеры и их команды, отлично зарекомендовавшие себя в предыдущем сезоне НТО «Джуниор». Всего в Олимпиаде 5 технологических сфер. Помимо тех, что участвуют в конкурсе, есть связанные с космосом, компьютерными играми и виртуальными помощниками. Главная задача соревнований — помочь талантливым школьникам найти возможности для самореализации в родных регионах. На саму Олимпиаду регистрация откроется в конце августа. В прошлом году в ней приняли участие более 22 тысяч школьников.